В 11-й раз в Ульяновской области прошла научно-практическая конференция «Трёшниковские чтения». За эти годы она вошла в топ-5 научных событий в мире географии. По традиции, местом встречи научной общественности представители географического педагогического сообщества из более 30 регионов страны стал Ульяновский государственный педагогический университет. Организаторами конференции выступили Ульяновское областное отделение Русского географического общества и правительство региона. И с гордостью отмечу, что Ульяновское областное отделение РГО является одним из наиболее активных в стране. Верится, что так будет и впредь, несмотря ни на какие санкции, либо пандемии. Наш губернатор Алексей Юрьевич Русских возглавляет попечительский совет регионального отделения общества, а несколько членов областного правительства являются его активными членами. За все время проведения конференции ее участниками стали более 3000 человек из 40 регионов России, а также из других стран. Среди них ведущие ученые, аспиранты, магистранты, студенты, учителя географии и экологии. Опубликовано более 500 научных работ. Один из мудрецов когда-то сказал, что недостаточно находиться на правильной дороге. Важно не сидеть на ней, а идти в нужную сторону и быстрыми шагами. И мы должны все делать максимально возможное, чтобы конференция становилась, как говорят студенты, еще круче. И чтобы как можно больше гостей научных светил посещало Ульяновск в дни ее проведения. Председателем программного комитета конференции в этом году выступил директор Института исследований континентальных водных объектов Санкт-Петербурга Шамиль Поздняков. Кроме того, он является преемником академика Алексея Трёшникова и в течение 7 лет возглавляет Институт озероведения РАН. Мне очень приятно, что вот так вы помните об этом замечательном человеке. Конечно, такое внимание достойно уважения и подражания. Вот. А сам Трёшников, конечно, был сам по себе уникальный ученый, очень много уделял внимания исследованию Арктики, Антарктики, ну и вот в конце самого большого пресноводного водоема Европы – Ладожского озера. В 2022 году ведущей темой конференции стала современная географическая картина мира и технология географического образования. На секционных заседаниях рассматривались также и другие вопросы. И нам очень ценно, что ведущие представители научного сообщества, Российской академии наук, ведущих вузов страны по географической тематике приезжают к нам, выступают и оставляют свой научный след. Конечно, тема географии будет Ульяновской области будет одной из приоритетных в любых темах, при обсуждении любых тем на этой конференции. Как сказал Дмитрий Травкин, впереди ульяновцев ждет еще множество мероприятий, связанных с географией. С 3 по 5 июня пройдет Ночь географии. 18 августа – День географа. В планах проведения краеведческого диктанта, который будет включать большой блок географических знаний и географического диктанта. В дни осенних школьных каникул должен состояться фестиваль «Фрегат Паллада». Ирина Антонова, Юрий Конихин, Управда ТВ.